Привет всем на канале Farwell TV, мы с вами продолжаем прохождение игры Assassin's Creed 2. Теперь у нас двойной спрятанный клинок и армированный щиток, с помощью которого мы можем отражать удары. И теперь мы отправляемся на задание во Флоренции. Вот. Попытка, может быть, что-нибудь встречает или кого-нибудь. А кроме того, может быть, попробуем подзаработать. Вот вижу дополнительное задание. Привет. Например, подходи, задание курьера. Всех божьих тварей. Можно будет попробовать. Эй, подумайте, кого вы можете поранить? Да, подходим, говорим. Оставь это по назначению. Очень быстро. Я хорошо заплачу. 2 письма. За 4 минуты. Время пошло. Посмотрите на товары высшего качества! От Рафаэля 1. В общем, любовное письмо. Понятно. Жить не могу и все тому подобное. Не будем тратить на это время. Ты прыгаешь. Ты что, выпил? Может быть. Водицы. Какой-нибудь там. Так, я кажется, первое письмо доставка. Минут 5. Чё это такое ещё? А тебе что надо? Поговорим. Письмо доставили. Сундучок. Теперь обратно. Ну, вернее, обратно и к следующему письму попутно. Чё ты сидишь? Ты сидишь, вернее. Давай шевелись, нам еще далековато бежать. Опа. Бизара, что оп-оп-оп-оп, давай. Молодец, Эцио. Ничего прямая за горами. Приносите больных ранее. Торговцы котлину, понятно. Хоть такие читать не будем, наверное. И уже почти прибежали, надо же. Давайте, наверное, наверх сберемся. Должно быть, он так ходит из-за елка Кассандру. Ну же. Да. А мы прибыли, все. Прекрасно. Ну, замечательно. Муж подлец, мне изменяет. Я знаю это, и все соседи тоже. Пожалуйста, проучите его. Вот следующее наше дополнительное задание. Побейте неверного мужа. Найдите для начала его. Отлично. В целом-то. Побейте, а не убейте. Обратите внимание. А вот уже... А, вот уже и нашелся. Мне нельзя умирать! Я красивый! Проклятие! Я сдаюсь! Это сука! То есть, моя прекрасная жена! Я иду домой! Вот, и это задание выполнено прекрасно. Теперь уже точно отправляемся на основное.
подумайте о тех, кого вы можете поранить. Тихо. Хватились. Упали немного. Что же за задание? Так, это охота на лис. Найди тела Вольпа лиса, у Марката, у Мерката и Кью. Мерката и Кью. Здесь тоже может быть значок глаза. Это, да. А что же это такое? Это торговый центр во Флоренции. Антонио Пуччи, поэт, жив в 14 веке, так и писал. Врачи готовы в любую пору, торговцы тканями, продавцы. Из них полбался аптека, и во время Римской империи на месте. Это был форум, и тогда в документах 1030 года они впервые называли рынком. Самым большим спросом здесь пользовались пшеницей и шерсть, однако покупать не надоело, бродить по лавкам, они могли и развлечься. И поэт 15 века писал об этом. Там в глубине портала есть веселый бордель, который ты узнаешь по запаху. Замечательно. Хорошее описание, прям, вообще. Причем глаза. Он тут может быть. Цельная. Для вас, дорогие клиенты, у меня просто невероятный. Вы подумаете, что я рехнулся? Пирог, кстати, тут есть. Вижу, ты замерз. Добрый господин, вырывай сердца у врагов. А всем, кто нечестен и несправедлив, убери. Запел вот один. Значка нет, вот здесь сторон. Что есть перо? Падение. Что перо взяли? Странно, почему знак не видно? В принципе, и не видно. Больше степени. Я решил отклониться от курса на точку синхронизации, раз уж мы так рядом. И забираться недолго. Цель найдена. Давай синхронизируемся. Еще перо. Перрон набрать. Все, теперь точно к цели идем. Что-то мы ликвидировать надо. Или нет? Оп. Что? Мой кошель и деньги. Твои деньги. У меня их нет. Вернись. Заставь меня. Ты совершаешь большую ошибку. Довольно. Отпустите меня. В самом деле хватит. Может, сдашься? Верни то, что украл. Вернул бы, да не могу. Клянусь, я проткну тебя своим клинком. О-хо-хо, и какой от этого прок? Я не желаю тебе вреда, так что верни мне деньги и будем считать, что мы квиты. Не спеши. Что тебе нужно? Кто ты? У меня много имен. Убийца, головорез, вор. Но ты можешь называть меня Ла Вольпе. К твоим услугам, мессер Эцио. Откуда ты знаешь мое имя? Ремесло у меня такое, знать все о городе. За этим ты и пришел, так? Верно, мне нужен один человек. Я хочу знать, куда он пойдет, даже раньше его самого. Кто? Франческо Пацци. Говорят, что недавно прибыл караван прямо из Рима.
Тайная встреча состоится сегодня на закате. Там ты сможешь узнать, где находится Франческо. Ты знаешь, где состоится встреча? Конечно. Дай знать, как будешь готов. И мы пройдемся. А, да. Вот твои деньги. Что же, задание выполнено. Охота на лис. На лиса, может. Так, снова точка синхронизации рядом. Замечательно. И следующее задание сюжетное рядом. Что же, на этом все. Обязательно продолжим. Всем спасибо.